Ну, очень сложный вопрос. И что я бы поменял? Я бы ничего не поменял. Не, это шутка, но я бы что-то поменял. Во-первых, я бы поменял алкоголик. Вообще просто убрали водку вообще. То, что меня раздражает, даже когда я еще приехал из Камеруна, я бы запрещал, чтобы люди ели семечки, и когда плюют на улице, меня это немножко раздражает. Вот то, что я бы поменял, то, что я говорил, да, первый, про выпить в парке и так далее, чтобы это не было. Хотите пить в ресторане или дома, чтобы там в парке и так далее, просто запрещено. А третье, что я бы поменял? Я бы поменял все сборной России по футболу. Честно, все поменял, брал совсем другие игроки, молодые, у которых глаза горят, потому что все, которые играют сейчас, я вас все люблю, но ощущение, что люди не хотят играть, и что у них все нормально, сидит контракт, да? Платили, ну что, проиграли. Ничья, ну, тоже хорошо. Нет, это дух, да, там, как люди играли раньше, да, без эти большие деньги. Просто человек играл, когда видел гимн России, да, флаг там, да, там человек играет как последний день. Как он никогда больше не будет играть на сборной. Его позвали, у него только это шанс. Человек играет. Вот так, я бы поменял все. Руководство, я имею в виду там тренер, с этим массажисты, вообще все. И брали молодые. Хотите играть? Пожалуйста, вот. Не хотите, играйте в ваши клубы. Вот то, что я бы поменял. Потому что есть, как в Камеруне, да, после религия – это спорт. И то же самое в России. Спорт объединяет все. Неважно, какой веры, неважно, какой партии. Когда играет сборный, все забывают, из какой партии, да, мы понимаем друг друга. Поэтому это единственный момент, который просто люди хотят быть вместе. Поэтому играйте, играйте. Тем более чемпионат мира скоро, да? Не хотите играть, пожалуйста, скажите, не берите меня.